что хватало одного комбо троги, чтобы залить этого элементаля. Я не знаю, здесь, ну, чтобы вот как полный путь его по лестнице, его, ну, или вар хороший так, тоже мог затонуть. 320к это изи. На X10 по одному ДД ставили на этого. Вот так его, просто... на Элема. А чем мы сейчас вышли-то? Пошли бы на Вайшу. Да мы были на ней, попробовали. Потом попробуем. Виби, покупаешь микрофон, говоришь, как бить всем, понял? Давай так. Если ты все знаешь, просто всех затыкаешь, покупаешь себе микрофон и рассказываешь. Так, стопните лишний фут, плюс в чат кого засмонить надо быстрее. Смоните. Смолись, с тебя каски, по себе проту вешаешь на 10 минут. У меня клочки. Я думаю, ничего страшного не произошло. А, ну, хотя не. О, на схолсте. Нет. Так же этот. Тём, я минут на 10 отойду, мне в аптеку нужно сходить лекарство купить. Короче... Давай, пока трэш чистим. Привяжись за кем-нибудь. Такс, ребят, дальше. Давай оперативнее. Соответственно, ребят, Хосли, тебя МП5, Мавикет, с тебя кулаки, сомалийские проты, с меня каски. Тогда дай мне проты. Да, это просто не в танке был. Спасибо. У нас звездочёт, а я на мага захожу. Просто ты Виби не поставил, походу, драйвера на звуковуху, что у тебя не может определить порт. Мультипорт определяется, как и микрофон, и это, ну, просто в зависимости от того, сколько у тебя каналов воткнуто в разъем. Если у тебя это не определяется, у тебя стоит Windows 10, значит, у тебя не установлены драйвера. На ФК. Четыре хила здесь. Широкий стол тоже. Здесь так. Пошли. Звездного прорицателя в приоритете. По-аккуратному в этот. Агрим. Прохил рейда. Отверните нахуй их отсюда. По звездочету. Жалко, что сопрот в трубу, конечно. Давай, пошли. Ну, мы сделали один трай, и сопрот до сих пор висит. Я так увлекательно их фармил вчера. Так весело. Я 4 часа пиздился с Альянсом. 4 часа подряд. Был я и 6 Альянса. Так весело было, ребята. Какой Хондор? Я бью одного. Подлетает второй, начинает чекать. Я сбиваю чек. Начинаю пиздить их вторых. Убиваю первого. Подлетает третий. Сбиваю чек, пизжу, убиваю второго, подлетает четвертый, в итоге у меня ни маны, ничего, все в КД, и я дохну. В итоге пятый забирает у меня траву. Повышай. Так весело было. Чулан, я знаю, что придумал. Чулан, ты будешь создавать ивент. Короче, пишешь в чат, как идешь фармить и видишь Алика, пишешь в чат на помощь, и тебе просто плюсуют люди, берешь, набираешь рейд и даешь им ГП за то, что они Аликов убивают с тобой вместе. Вот, будем так стимулировать. Нет, лучше бы там 5 орды было, честно. Я быстрее нафармил. Я думал потратить 2 часа. Но в итоге я потратил 4 только на огницу. Ох. Да ну, успокойся,
чё, поднимай скилл, должен этот рейд альянс. Поднимай скилл? Сжала она. Да. А? Да, отдавайте мне шмот на офспек за 10%. Шмот не решает, решают руки. Не, увы, у меня будет хотя бы больше маны и под 40 кхп. 40 кхп уже хорошо. Это тебе как... нарез шмот нужен. Не, подымай. Или пойди руки об дверной проем чуть-чуть поправь. А то, наверное, какой шмот? Ну, типа пояса всякие на котов, ботинки на котов. Вот всякая такая офспекная хуйня нужна. Да, понятно. Ты открываешь свой чулан, да, такой. Ложишь руки на косяк. И закрываешь со всей дури двери, да? Гайд, как выпрямлять руки. Конечно. А то. Я хуйни не посоветую. Приглашаешь медвея, как этого... контролера такой. Ну не, все, не, теперь приглашенный, норм. Приглашенный эксперт. Это так сейчас называют. Эксперт. Ладно, давай. Платную оценку за воронки медвей проводит. На приматуру, да? В итоге я с 9 утра до, вот, до РТ нафармил только 4 стака. Ну, в смысле, смог нафармить травы на 4 стака. Весь день на это потратил. Я должен потратить был 4 часа всего. Ну, 5, допустим. Мало. Если мешали. Представляете? Тёма, погнали на робота. 5 утра. Хорошая идея, кстати. А он открыт путь? Да, сейчас трэш зачистим, открыто все будет. Я придумал. Опять 2000 гп накинуть? Давай. А чё за этот, как? А кто кидал этот? Хернюшку. На том сопроте есть или нету? Давай ещё. Проверили. Не есть. 40 минут еще. Нет, сопрот. Да. Сейчас просто здесь трэш пропускаем. Сразу налево пойдем. А, короче. Да, роботы быстрые. За это что я хочу? Да тут так-то все быстрые, да, по да, факту. Да. За килли я хотел сказать. Там у них, короче, я сколько смотрел претендов, нахуй, как они били. Короче, они фениксов, РДДшники сливают, а потом резко милики переключаются в яйцо, и именно заливает яйцо милики. Вот, а если мы пройдем на пятую фазу, пятая фаза вообще изи, потому что, блядь, мы какого-то хера все взлетали вверх, не знаю почему, блядь. И потом, когда заканчивалось, все падали и нахуй получали дамаг. Они просто внизу там летают, где-то рейндж от земли метров 10-15. Даже если упадут, они 100% не умрут. А 100% не 100. Потому что я знаю, где висеть. Я не знаю, где висеть, но я рогом, не пол. Ну, когда придешь, увидишь, короче, над кристаллами, по центру кристаллов такая хрень крутится. Вот примерно там надо быть, чтобы не сдохнуть. Увидишь, короче. Такие линии фиолетовые вокруг кристалла. Надо попробовать. Потому что я пробовал спуститься, и меня, короче, подкидывало вверх. Как бы я ни... Так будет каждый раз. На землю садиться. Да не на землю, хотя бы спуститься с верхотуры. Очень, ну, с большой. Там и в воздухе подкидывают. Да-да-да. В этом вся фишка. Там просто как Турбо рассказывал, нужно быть немножко над землей. Да. Ну как немножко? Метров, наверное, 7. Да как ты спустишься? Как ты спустишься до 7 метров, если тебя перманента подкидывает? Не перманентно, не может такого быть. Чего из-за этого? Может, тебе так повезло? Ниже спустимой точки тебя... Если ты опускаешься ниже точки определенной, тебя подкинет снова вверх. Еще будет да, чек. Просто надо просто найти ее. Фастом лились быстро. Стали в стену. Иначе вас нахуй выкинуть или нет. Когда мы турбо будем собирать народ? Че? Народ собирать?
Ну, для первой каты. Да может это забить. Пока что. Нифига себе, турбо, первая ката. Почти ГЦ. Тома бог сабил, блядь. Сказочный молодец. Добейте хотя бы а босс, этого. А босс на первую кату в этом самом, на гранде стоит робот. Ай, блядь. Видел его мельком. Встали, заходим, побежали. Смотрю, любите время держать, да? О, бой. Бой идет. Все боссы. На Виви умирает. Значит, еще. Сдохните все. Легли. Заходим. Зашли, на ходу бафаемся. Не держи их сверху. Да, можно вообще в комнату наверху отойти и там бить, если что. Мне понравилось, как вы в прошлый раз их тащили вниз и упирали в стену. Алиса, чё лежим? Стой, не... блять. Да-да, вот сюда, все правильно. И вот так вот ты в стену упирался. Ты не улетал никуда, а мы здесь чё, добежим, если чё. Короче, за мной, пока не все потопят, я так помню. Как говорится, сказка ложь, да в ней намёк. Иди нахер, пидорок. Да. Прям с языка снял. Стой. Стой. Это ересали. Да я уже ресал. Блять, я говорю чего? Стой, значит стой. Спустились нахуй вниз. Бьем. Медвей, слышишь, а большая ты? Просьба, блядь, не кричи только, что-то башка болеть начинает. Плюс просто 1, помутай лучше в этом, в Дискорде, блядь. У меня выключен там. Я не помню, ты на 20% хрен наступил. Комнату заходим быстрее, блядь. Сарина и Роджи, ты где? А я релогнулся. Ты в туалете? Блин, нет, это я просто микрофон наверх поднял. Сейчас нормально сейчас будет? Да, сейчас нормально. Зачем? Можно этих обойти. Сейчас один и тот дойдет, убьем его, обходим этих и дальше бьем. А мы типа без Феникса, да? Мы на робота сразу, потому что сапрота полчаса еще. Шкаф, кликайте, сумоньте пока.
Да я так добежал уже. Бесит, что на кровопускание не пашет. Чулан, да? Этому косты сбиваются, не надо откидывать. Тем, что жрёшь? Винар, ты ж скоро как арбузик будешь. Тут жру я только, пошли нахуй. Ёбаный ваш пэт, варлоки. Ловим, убиваем. Танки за стенку во время каста убегайте. По черепу все играем быстро. Не пропаст. Сука, каждый убегай, раз. Убегай, убегай дальше. Нет. Только самолистки понял, как тут летать. Так тут зеленка работает. Чулан на ДК работает, а не зеленка у него. Да, кстати, хороший. А чулан он такой, он на всех работает. Деньги Лебовски. У всех же не так? Нет. Говорите, их фиксанули. Кого они? Мобов. Нет, не шокает по часам. Сука, там. Пока до босса дойдем, уже сопроты закончится. Ну, пошел. КД без глифа, чего? Хуёвый из тебя, чулан. Пока, чулан, хуёвый из тебя. Одну выдумал. Минуту, потанчик. Не работаешь на хозяина. Варлоки, ради сатаны просто, не пускайте своих пэтов туда. Иначе опять будем вайпаться. Вперед. А мы без демона, да? Стенку уперлись. Виби собаку сейчас откинуть может и на мобов. Он убрал ее. Собака рядом с ним. Выводи с контролем, Лайки. Крест. Кстати, Тём, пока трэш бьем, там профи, вот этот хант, он говорит, я завязал с БГ, ну, задротить именно, вдонил себе 2 Т5. Хочет с нами в рейды ходить. Молодец, чё. Поэтому... Я ему давно предлагал. Нам очень не помешает такой. Ну, насколько я с его слов после 5 увидел... Если, естественно, он начнет, конечно, ходить в рейды. А так чисто инфу донес, если что. Единственное, что я увидел у него инфу, слышь? Единственное инфу, которую я от него слышал, пиздец, на манекене 2Т5 по мане не садишься. Это все, что я от него слышал. Не, ну он говорит, что-то в районе 16 или 17К
Стой. 16 или 17, как он говорил, манекен. Без бафов, без нихуя. Я видел скрин, он скидывал без 15, по-моему. А, ну то, наверное, значит, под бурстами. А там легче всего детасить в манекен. Ну, я вам так скажу, он когда в гильдию вступал, говорит, буду стабильно на РТ ходить. Я его два раза в рейде видел. А он уже как-то месяца, наверное, полтора. Пацан на пол, сын Орды. В курсе, что это за чего? Ну это серьезно, это серьезно. Это 100 задротских капочек, это просто. Контрольки. Кузнеца шипнул. О, простя пришел. Он откидывает. Не откиньтесь на мобов. Бьем в ебало. Маба. На кого просите поменять? Разбафайте, пожалуйста, кулаки по рогам, Мирали. Больше дамажить будем. Спасибо. Если АФКаш никто не будет, а ты будешь дам... Снаряд, ну, за чаем ходить. Серьезные слова от Фаршока, потому что до слез. До слез, правду сказал. Да, Фаршок, он всегда уже есть вообще, по теме говорит. Будете контрольте. Этот шот, это. Нет. Этот откидывает. По квесту улились. Все по квесту. Дальше по черепу. Рей. Белые откидывают, фиолетовые ландшафты. Не достаю. Окей. Слишком далеко. Мастер, сколько можно жрать? Жрет. Я жирный мантру ему. Мне надо кажется, что у мастера и Алис один желудок на двоих. Не, просто я ночую ее. Ну хорошо, хоть и в прямой кишке. Пошли, танки. А эти вон сходят. Черепа сыграли быстро. Что-то не помогает за стенку тебе это здесь. Ебать, сегодня боешки прям сыпятся. Сколько, две штуки? Да вообще уже третья. За каждого уже третья. Но эти наручи, это еще полностью. Так сколько шеи выпало? Пояс. А, даже пояс еще.
пояс я пропустил. Кстати, пояс упал. А ну-ка, признались, что... О, хорош. Дальше посмотрим. Уморфис. Вот Рога пишет. Обмен на ГВП. Блядь, еще немножко я чего на нихуя должен не буду. И Добби будет свободен. Носок мне подарит, блядь, чего? Дайте бафа. Не. Стамину дайте еще. Так, что, ставим ставки, сколько людей завтра про нас придут? Не, завтра нужно по-любому всем приходить, завтра охуенный день. Сомалийского прохил. А говоришь не Паш? Прям очень долго. Блять. Опа. И чаще стали кастовать раз в 10 секунд. Даже с грифом столько не откатит. До этого я успевал каждую сбивать. А если танки будут передаваться, что будет, интересно? Никогда не будет. Каз будет в первую войти. О, у нас ханты. Поводит молнию. У всех все нормально, ни у кого не лагает. Нормал. У меня животик болит. То голова, то животик, блядь. Когда у тебя ну что-то уже член болит? Он у меня болит, когда я о тебе думаю. Типа, кровь изливает. Я что даже до боли. Турбо, дай МК, пожалуйста. Так, что мы делаем? В два танка, правильно идем? Да. Где в три будем? В два. С английского в хила, Маликета в ДД. Давай, Маликет в ДД. Кого сопротов нет? Пичи. Мы в пять хилов или в четыре? В пять. Постоянный на пул даете на Эвинар. Бычий, кидай, пожалуйста, по царю обезьян поездку. Так, всех сапроты есть? Купили сапроты? Сапроты есть, Дживса поставьте, если есть. Дживс справа. Угу. Починились. Чек на готовность, Калкарь знаешь свою задачу. Бафы проверили все. А, расскажи мне вообще, что тут. Когда Кукач поймет босса, спецназ креста, все бегут в центр. Дальше. Соответственно, босс будет откидывать танков. Просто стоишь, бьешь постоянно по КД, но ход тень юзаешь, чтобы агро не сорвать. Дальше. Будет босс, как его, откидывать танков, соответственно, двигаться. Сам, все стоят в центре во фрейме босса. Если чуть дальше отойти, соответственно, ебанет молния в нас, повесит сало, соответственно, мы сдохнем.
Босс двигается, двигайтесь за ним. Стопайте косты и тому подобное. Чек на готовность еще. Тут князем прожал нечаянно этот, блядь. Бурсты. Все готовы, отчет на пол. Че вы все в центр пошли, алё? Стоп, стоп. Крест стали, блядь. Побежали. Легли. Уже. Легли. Что случилось? А? Ну, Алиса в центр побежала. Я так понял. Потому что все шароебятся где-то в другом месте. Слабились или что? Могу рывок устроить. Это все из-за того, что вы паровозики поставили эти свои обоссанные. Долоран, бегите, блядь. Говорят, там босса нету. Конченые. Не выйдет. Вы бы быстрее сдохли, тут диваны лежат. Давайте дохните быстрее. Расчет силовых параметров. Какой пизду порт? Ты должен всем рейдом бежать. Она должна встать в центре или возле креста? Дайте шкаф. Тык. Оба отдали. Рыба была? А, тут где-то. Не вижу. Они все, блядь, сидят. Можно встать. Исчезла. На, поставь. Чек на готовность. Все, я готов. Куакхан туда. Сейчас, секунду, плейлист. Все готовы. Чёрт на пол.
Убежали. Деру. Обои досадили. Дал. Бычий, дай ПС-ку, пожалуйста. На торбо один сайв дал кто-то. Две роги на пол, пока делаю винар. После по царю обезьян сальву. По малийски, по урбойсу сальву. Смещаемся за бот. И он сходит по своей траектории. Все должны быть в основном бот. Виви, ты раскол юзал? Если нет, юзай. Тогда стопай. Так, маликет сальва есть. Кидай по Виви. Кинул сальву. Турбо, уходи в инвиз. Сальва от КДшится, кидай по император Шаму. Малийский по Вибе. КД. Как откатится, тогда по Сомалийский по царю обезьян. Пусть стопает ДПС свой. После по Вибе. После сальвы по Вибе. Это и все, это весь босс? Да. Сместились быстро. Все так говорят, когда босс этого видит. Кому ману? А никому, по идее. По турбу дайте ману, если некому давать. Маликет, у тебя сместились. Маликет, что у тебя там с сальвой есть? Кидай по себе. Даю тогда по тебе. Дашь по император Шаму.
отместились в центр босса. На Эвенар, на пул давайте. Стопайте все. Босс, верни в центр. Так, царь обезьян стопнул ДПС, Аспер, раскол души. Ну, не кстурку вообще вокруг не вижу. Ну что, спал он с агра. Зоэл, уход в тень по КД. Лопасос, стопни. Царь, уход. Дима в первом. Отлично. Стопнул сам. Еще сальво дойти. По мастеру давай сальво. Так, кого еще не КД сальво? По царю обезьян. Казум. Этот, как его? Раскол. Вебинар на пул все. Маликет стопай. Пол на пол вебинар дали. Биби, давай раскол. Это пизда. Подшиваем. Угу, вижу. Добивайте, добивайте. Скиньте кто-нибудь скаду хил абсорб, пожалуйста. Скада говно, на тебе реальные, блядь, цифры. Шлем, боевой шлем из кремненного железа. Платный. Чисто дизенчант, но давай залезь. Так он тебе нужен? Да, но дизенчант. Третий спект за 10% заберу. Скиньте кто-нибудь скаду. Паладин, вот скаду тебе, блядь, скинули. Посмотри, вот мастер Эл, вот сейчас нажми на бычьи головы, нажми на меня, и у меня нету вообще слова силы щит абсорба. Не отображает новый Т2-Т5. Блять, вы заебали со своими скадами, нахуй, удалите их. Пизду. Ты так, можешь... Это я сомалийский. Охотник, маг, чернокнижник. Ай-яй, трэш. Валя. Клыкач. Второй кусок или третий? Виби, у тебя есть плечи, да? Ну, да, молчат. Вот когда в этой ебучей гильдии появятся вары, которые умеют стакать, блять, расколы? Вот когда она? Никогда. Двое вары сделаю, блядь. Делай это ты, чё, блядь. Мастер, а ты не я научился не еще? Икадо, еще раз прошу. Лагиваю все? Да, лагает.
Артём, подойди, пожалуйста, остановись. На секунду. Если бы я нахуй не стакал, я бы даже свой ебаный рот не открыл. Да бедный чувствую, твой половой орган, ебаный. Да почему ж ты все через него делаешь? Че, у мастера рот это половой орган? Нет, он просто когда что-то говорит, он говорит нахуй. Царь так проходил, блядь, курсы биологии, все. Спускаемся потихоньку. Куда, в трэш? Куда хотите, чтоб босса не сагрили. Блин, не знаю, что-то не так у нас лог делает этот, как его, Казума. Клыкач собирает, Казум. Собирает, Казум. Собирает, три куска собрал, блядь, а еще ни того не открыл, блядь. Так Казума это персонажа занимает. Ага, из Наруто, точно. Не из Наруто. Не из Наруто. Из Коносубы, по-моему. Коносубы? А там, там Асума был, точно. Коносубе разве было Казума? Либо вот это возвращение Зеро. Резеро тоже вроде не было. Да нет такого персонажа в аниме, чё? Нет, там был Казума. Господи, что такие фризы у меня? По-моему, жизнь с нуля, вот это вот, в альтернативном мире. Давай, перечисли все, блядь, аниме. А не, погоди, Казума, это из этого... Короче, это что там, благословение богини, что-то... Вот, я тебе только что это и сказал. Да-да-да-да. А нет, где босс вообще? Нет, другое аниме назвал. Коносубы это есть, богиня благословляет этот... Нет. Да. Или да? Разве мы? Да, я сейчас попросил. Человек, который не смотрит аниме, и то шарит нахуй. Алиса, ты просто подакиваешь. Подакивание — это не шары, не, блядь. Блядь, я это знаю. Я это, блядь, раньше сказала, наверное. Алиса, если ты не смотрела такие аниме, как GTO, Trigun, там, Самурай... Это вообще что такое? Чё, Самурай Джек? Всё, стопайте, Тёма, говори, чё тут, кто не знает. Я Тёму не слышу. Ну что, не молчи, я моты нахуй раздаю. Я знаю. А что тут рассказывать? Все были вроде. Нет. Так. Тём, ДДшные фласки пьем или нет? Да. Ты а разнаш? Тормозит что-то сильно, вот вообще жесть, призывает. Куда ты убежал? Метка растут. В 5 хилов же, да, будем? Да. Малекет с Пекаси. Раз потестишь. Так, соответственно, у босса две фазы. Первая фаза — это полностью его убийство. Соответственно, после его убийства он резко начинается. Вторая фаза начинается. Далее, на первой фазе босс будет ходить по балкончикам, на которых стоят метки. Балкончиков 4 штуки. Соответственно, он начнет с креста, далее будет перелетать в трусы, далее будет перелетать в луну и далее будет перелетать в квадрат. Соответственно, РДД хилы стоят снизу, бьют сначала босса. Когда босс будет перелетать, милишники будут сверху. Когда босс будет перелетать, с него будет появляться феникс. Соответственно, феникса льют чистые РДД. Будет хватать их сомалийские. Сомалийские будут держать их примерно под платформами.
чуть дальше. Соответственно, РДД играет чисто в этих, как его, Феникс. Маленьких. Когда я скажу стопнуть, соответственно, стопнем. Будет их доводить до 400-500 тысяч. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы при переводе в первую фазу их убить, и у босса снялось. Соответственно, когда вы убиваете Феникса, у босса отнимается, сколько там, 2 или 2,5 ляма хп. Дальше. Соответственно, Фениксом близко к маленьким нельзя подходить, иначе вы получите дамаг в размере от 10 до 15к единиц урона, и улетите в ебеня, можете с одной стороны комнаты до другой долететь, соответственно, сдохнуть от падения. По первой фазе это все. Соответственно, вторая фаза. Босс умирает, воскрешается. На первой фазе еще босс будет взлетать в центр, соответственно, кто будет наверху, того нахуй шотнет костом огненные перья. Соответственно, переход на вторую фазу играет, возвращается в центре. На боссе будет Алиса. Микстурка с сомалийским держит. Далее. РДДшники. Когда босс появится, когда будет активность, соответственно, вы убиваете его. При переходе на вторую фазу у нас останутся фениксы. Вы их убиваете. Соответственно, сносите где-то 20-25% его текущего хп. Далее. Босс будет превращаться в метеорит, в огненный шар. Будет подниматься в центр комнаты вверх. Соответственно, мы будем все сбегаться в печенечку и бежать. И бежать от печенечки в квадрат по команде. Для чего мы это делаем? Босс выбирает рандомного человека в рейде, соответственно, прыгает на него этим огненным шаром. То есть падение метеорита. Когда оно падет в то место, где находился человек, соответственно, там будет лужа. Когда оно падет, нанесет дымак, откинет также в ебеня. Или шум. Для этого мы отбегаем к стенке, чтобы он примерно где-то здесь приземлялся. Дальше. После приземления на траектории, где он приземлился между танком МТ, это и Винар, на пути его хождения до МТ никого не должно быть, иначе вас нахуй. Дальше. После приземления появляются 2 маленьких феникса. РДД чисто играют по фениксу. По маленьким фениксам. Соответственно, танки подводят под босса, милишники кливают, доводят до ХП. Сомалийских их отводят вот сюда в череп. Соответственно, по команде, когда метеорит, босс будет превращаться в метеорит, РДДшник, ваша задача не убить в тот момент, когда он метеорит. Иначе просто босса ХП не снимется, мы убьем феникса в пустоту. Надеюсь, понятно. Слушаем команды, соответственно, все будет заебись. Дальше будет появляться на второй фазе еще лужа. Выглядит как венец пламени. Соответственно, так же выглядит. С нее надо выбегать, иначе по вам шится дымак, если вы будете в ней стоять, и увеличиваться урона так. По тактике я все объяснил, ДД фласки пропили. Кого нету, походим, выйдем. Повтори, сомалийский наверху, правильно же? Да, сомалийский наверху сами. Турка снизу. Да, сомалийский, ты наверху. Алиса, повторяем тебе. Ты на боссе. Сейчас опять будешь спрашивать. То всем, кому нужны были фласки? Здесь всем. Рипав дали. Алар опять медленно летает. А пошли вы шопки? Зато так начинать ДБМ.
Пойдем, блядь. Виби, готов? Счет на пол. На пол в нее жесткий, только давайте. А, где самолетики? Быстрее. Не достаю. Все по классике. Ясно. А, в смысле? Понял, понял. Сорян. Не достаю. Слишком далеко. Танчить на краю там. Деру. РДД близко к Фениксу, мне под... Иначе нахуй откинуть или... После какого хера ты бегал? Тактику не слушал или чё? Моца, сбегай, ресни ход. Ну, блять, вы жопой слушаете или чё? Я не пойму. Сказал, РДД хилы держатся... Да ёп! Аккуратней. Ненавижу эту платформу. Я бежал на другую. Чулан, живи! Лопасос Бэйри Костелли. Вниз. Прыгнули. Не под Феникса, только под Малого прыгайте. После огненных перьев. Алара сорвал, хорош. ДБР сколько? Лучше. Чула на 9 минут массовых. Потому что на этой платформе никакого танка вообще не было. Ну и какого хуя? Там Алиса должна была стоять. А никого не было, кроме меня. Я был. А я побежал дальше. Батарея для танков, которые танчат сверху. В первой фазе, после огненных перьев, один уходит в крест, который начинал в кресту. Другой уходит в квадрат, который начинал в курсах. Не первый раз здесь.
Сколько у них? 30%. У них процентажи. 22. У этого Феникса доливайте, остальное говорит. Малекет, отойди чуть. Стопнули по Фениксу. Даже не будем давать. А, этот убивать. Стопнули по Фениксу, играем по боссу. Доводите тебе Феникс. Доводите, главное не убейте. Огненные перья вниз. Стопайте. Стопните, блядь, по Фениксам, нахуй! Молодец. Легли. Сбежите все в кучу. Да или в кучу, или можно заявить. Или вот так сделать. Да. Ладно, я, сука, дал в него чардж, блядь, он меня, сука, не отбросит. Легли, значит, легли.